декабря 2018 года, утро 11 часов около 11. Значит, поедем мы второй день дисковать. Поле у нас там, участок есть гектара 2-3. Хотим посеять под сенокос. Такая диски у нас ПНД, они 1,8. Тяжеловаты. Сейчас заправимся, поедем. Попробую снять, показать, что получится. Вот наше поле, весной мы пахали, да, конечно, до осени оно все заросло. Надо было хотя бы лето боронить, но у нас не было ворон, так что вот сейчас его будем боронить. Один раз мы уже прошли, сейчас я буду второй раз проходить. Пока не очень получается, ну посмотрим. Итак, более-менее там придется еще один, наверное, день этот, с дисками приезжать, то есть по третьему разу. Сейчас попробую продолжить, что
вчера дисковали один раз, то есть прошлись по всему полю. Сейчас я как бы второй раз, но здесь несколько раз еще добавил, там кое-что подровнял. Ну, более-менее. Сейчас попробую здесь еще прохода 3-4 пробить, нахуй, и второй раз по ним, второй-третий раз по ним проехать. Сейчас попробуем снять из трактора, как это все выглядит. Я, конечно, сомневаюсь, что это будет более-менее нормально выглядеть. Но сейчас попробуем, что получится. Потому что сильно трясет. Значит, барану я на диску на 6-й, повышенная. Попробую открыть окно, может что-то получше будет, но сомневаюсь. Так, уже маленько отличается у нас то, что мы бородовали, и то, что один раз прошли. Но еще далеко. Да. Посева. Пытаюсь маленько захватывать, чтобы барана и новое, и маленько по-старому, потому что остается след от бараны, как бы межа. Вот ее пытаюсь маленько закрывать. Я попробую на пониженной, может не так будет трясти, чтобы заснять. Ну, тогда она не будет переворачивать, просто режу, мало скорости. Дерн, но его не переворачивает. Сейчас 6-я повышенная, будем пробовать.